Российский офис Geely объявил цены и комплектации на купеобразный кроссовер Geely Tagelo 2023 модельного года. В ряде версий он получил несколько новых функций и стал дороже. Например, в новой версии купеобразный кроссовер в версиях Flagship и Flagship Sport подорожал на 30 тысяч рублей. Так как, перейдя в 2023 модельный год, Geely Tagelo для рынка России получил 5 новых функций, которых не было у машин 2022 модельного года. Отдельно об их появлении Geely не сообщала, но в новом прайс-листе они есть. Речь об ассистенте смены полос, а также системах контроля слепых зон, предупреждения об опасности при открывании дверей, помощи при выезде задним ходом и предупреждения о наезде сзади. Скорее всего, именно из-за них Geely Tagelo 2023 модельного года в версиях Flagship и Flagship Sport оценили выше на 30 тысяч рублей. А именно, Geely Tagelo Flagship стала стоить 4 229 990 рублей. А Geely Tagelo Sport оценили в 4 329 990 рублей. Стоимость базовой версии Geely Tagelo Luxury, оснащение которой не изменилось, осталась прежней – 3 999 990 рублей. Заметим, что цены на автомобили Geely Tagelo 2022 модельного года не претерпели изменений. В начальной комплектации Luxury они, как и прежде, предлагаются по цене 3 999 990 рублей, в версии Flagship – 4 199 990 рублей, а в топ-версии Flagship Sport – 4 299 990 рублей. Напомним, что рестайлинговый Geely Tagelo вышел на российский рынок осенью 2022 года.